целях обеспечения безопасности на дорогах, пропаганды соблюдения правил дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии нового учебного года сотрудники отделения ГИБДД Кашихабльского района провели профилактическую акцию «Внимание, дети». В рамках этой акции принимали участие воспитанники детского сада «Нальмес». В ходе мероприятия работники полиции познакомили детей с основными правилами безопасного поведения на проезжей части, объяснили им, как правильно переходить дорогу и где идти пешеходом, если отсутствует тротуар, а также заострили их внимание о недопустимости игры вблизи проезжей части. Когда нету пешеходного перехода, кто знает? На светофоре, да, когда загорается красный или зеленый, да? Когда на каком светофоре мы идем? Если человек идет, надо подождать. Да, молодцы, молодцы, знаете все. А на велосипеде можно нам кататься на дороге? Нет, машина едет. Да, вообще нельзя, да? В период проведения профилактических мероприятий особое внимание уделяется вопросам обеспечению безопасного поведения детей на дорогах, применению ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, а также запрет детям езды на велосипедах по проезжей части дорог до достижения ими возраста 14 лет. Уровень детского дорожно-транспортного травматизма Республики Адыгея остается высоким. На территории Республики Адыгея с начала года зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, 20 из них с различными телесными повреждениями. Из них 9 происшествий были с участием пешеходов, 9 пассажиров транспортных средств и 3 велосипедиста. Поэтому госавтоинспекция напоминает, что в период к началу учебного года участникам дорожного движения необходимо строго соблюдать правила дорожного движения при перевозке пассажиров, а также при переходе в проезжую часть.